На набережной. Деньги вбухали, а сейчас развалилось там все, позорище, и все молчат. Что молчите-то? Возьмите на себя ответственность и скажите, когда отремонтируете. Либо строительная организация должна сказать об этом. Я говорю о старой набережной, где реконструкция полная проведена. Либо они наведут порядок в ближайшее время, как только погода позволит, либо пускай идут в прокуратуру, и там им выпишут понятно куда направление, чтобы там уже сами занимались, налесповали. Ну, восстановили. Ну, не позорьте. У вас кто отвечал как заказчик за набережную? У нас комитет дорожного хозяйства. Вот этот комитет весь в полном составе на эту набережную, на этот позор. Михаил Александрович, заставляйте работать. Качество, еще раз качество. Только так, по-другому не получится. У нас с вами объемы все больше и больше. А качество, а технологии, а ответственность где она? Об этом речь идет. И когда вы видите что-то не так, тем более сейчас зима ушла, придите, лучше сами скажите. У нас здесь не получилось. Почему не получилось? А так вы сразу страусиную позицию занимаете, и все сидите ждете, что будет. Вам надо самому, если уж вы увидели, что совершена ошибка или некачественно выполнена работа, их исправить, не дожидаясь никого. Ни пинков, ни критики. Сейчас зарплата хорошая у чиновников. Возьмите, увольте. Это нельзя оставлять без внимания. Полномочия у региона все есть. И в отношении мэра, и муниципальных служащих. А так получается, просто обнаглели в корень.